В Брюсселе открылась выставка работ «Поля де Льво». В этом году исполнилось 25 лет со дня смерти бельгийского художника. 50 картин де Льво, а также его личные вещи, выставлены в железнодорожном музее города «Мир поездов». В экспозиции работы, привезенные из посвященного художнику музея в Сен-Идесбальде, а также из частных коллекций. Считается, что вдохновение для многих своих произведений Поль де Льво черпал, наблюдая за жизнью, кипящей на железной дороге. Персонажи де Льво, картины де Льво, музей будто стал обитаем. Перед нами работа человека, одержимого поездами. Поль де Льво с самого начала и до конца своей карьеры работал над этой тематикой. Это настоящая страсть, которая пронизывает все его творчество. Он рассказывает о романтике путешествий на поездах. Сегодня этого уже нет, потому что люди просто хотят приезжать вовремя. Они уже привыкли к этому. Выставка «Поль де Льво. Человек, который любил поезда» в Железнодорожном музее Брюсселя открыта до 15 марта.